скажете, его ничего не показываешь, ничего не показываешь, тетя Оля на стол готовит, внуки развлекают, значит. А вот другой внучка, смотри, уже бегает вовсю. Скажи привет, Мэдди. Это трансформа. А другая дочка с маленькой внучкой отдыхает. Спят. Детки уехали домой, разъехались. Эрике нужно на работу. Ну и вообще у всех свои дела. Ага, хорошо провели мы несколько дней вместе. Ребята здесь палатку разбивали. И Джош с Джеком там спали. Ну, черемуха цветет, значит, весь день то гроза, то ничего. И град был дважды. Я сушу полотенца, они уже насквозь мокрые. Пойдем покажу вообще, зачем я включил камеру. Вот, вот добыча, часть добычи. С тетей Олей пробежались мы по нашим окружным лесам, значит, а часть положили в дегидратор. Вчера я продал вот такую вот такую горсть, знаете, за сколько, за 20 баксов, блин, ну а чё, блин, это же лучше, чем мешки где-то таскать, правильно? Идешь по лесу, там это, туда сиди, ножичком играешься, так озираешься угрюмо, и режешь, и потом продаешь иногда. Ужин не очень патриотичного человека, сволоча и предателя, короче. Ну, вот это вот грибошки, это тут мяско, там, ну, это домашнего производства, короче, свининка и курятинка. Дочка свининка держала. Это яички тоже домашнего производства, грушки, правда, не домашнего. А это суши тетя Оля сделала вот так вот. Приятного всем аппетита. И это самое, если надо, повторим. Ну, короче, прошел этот и ушел туда и в лес громыхать гром. И в слезах весь, короче, смотрит на меня весь этот ваш полк. И вот думает, вот чем занимается вот ненастоящий чекист, когда у него есть время. Когда он уже дрова заготовил и все. Он по лесам, пацаны, бегает, по лесам. У него резиновые червячки такие есть, да? Смотри, смотри. Короче, было плохо. Бегал, несколько штук только нашел. Ну, думаю, на жареху так это. Дворянка столбовая, чтобы счастливая была. Ага. А потом дальше, больше. И упилякал аж туда, где ходят лоси и живут бобры. А бобер как на меня плыл. И как он хвостом молотил, блин. Ну, а потом обратно идем, и вообще голяк почти так, ну, донышки набрали, так это, ну, потом идем, и, а потом как нашел высыпку, пацаны, я прямо и в карманы, и в кепку, а ведро поставил, чтобы не заблудиться, чтобы знать, где крутиться, и ходил кругами, там все вытоптал, как и конь, блин, ну, хорошее было местечко, хорошее. Пацаны, сейчас мы немножко попьем, и еще побегаем чуть-чуть, ну, такая благодать, а. Сойдемся ж, друзья, и путинцы, и путиловцы, и восхвалим валежник нас, валежник гордый такой, богатырский. Ну а чё, зря что ли, деды, да, это, ну а чё, блин, попрём, перегрузили, ну а чё, сами виноваты, теперь ехайте, очкуйте, блин, и бойтесь, а, блин. Нахера вот было перегружать? Жадность фраера губит, блин, ещё он оставили, блин, хоть бы понадкусали, бляха-муха. Бензин кончился. Я не стал больше заряжаться, думаю, хватит. Ну нафиг, блин, да? Тетя Оля будет ругаться, скажет, все мужики как мужики, блин. Деньги домой водят, там баб или что, а ты, блин, это самое, бухал бы лучше, блин, чем дровы таскать, блин. Ну а что поделаешь, урод родился, уродом и помрем, значит. Давай попрем. Уже вечерят так немножко. Облачки так над вами. Баклажановые. Фу, устал я, притомился. Хоть и в шляпе, а все равно, блин, старенький же, наверное. Поехали. Управляет автомобиль, и я покажу вам, чем я занимаюсь. Это значит, я эти настряпал, эти. Им еще все открой, все покажи. Беляшики настряпал, короче, со свининки. Ну, вначале был план, что петушка. А потом, а, что будем своих советских обижать, да? Ну, решили так. Потом я жарю вот эти вот морелс, значит, короче, самый очень благородный гриб такой, ага, и это супчик сварил со щавелем, ну,
Щавель здесь в Канаде вообще никто не знает, вообще никто. А тут ностальгия замучила, так захотелось обратно в ГУЛАГ. Думаю, ну как же ее перебить? Пошел искать в интернете не беда, крапива и щавель. И нашел у болгарцев, купил, и растет сволочь, как сорняк, блин. И теперь это заставляет меня его кушать. Ну что за фигня, блин? Ну что такое, когда это не килевает? Я уж к ним, блин, и так, и этак. С матюками, без матюков, блин. На камушек залез, тут стою как чмо, блин. Старенький, вестибулярный аппарат уже никакой, блин. Голова кружится. Сейчас в водичку упаду, блин. И это самое, брат Митика, блин. Ухи просит, блин, не вообще не везуха такая, не знаю, блин. Приперся сюда все как путевый, блин, значит, это с веслом, блин, сейчас мы в открытый океан, значит, пойдем, блин. А шаланда дырявая, блин. Ну думаю, ладно, я ее на берег, значит, это. А сам побежал блеснить, думаю, сейчас подсохнет, а у меня с собой скотч есть, сейчас мы залатаем дырочки профессионально по-казахски. Нихера, блин, не держится скотч нафиг этой шаланде, блин, хоть плачь. И теперь вот это мечу бисер, блин, в воду, нихера, ни одна падла, блин, ну что такое, без рыбы останемся, блин. Елки-палки, уже, блин, эти самые личинки, тычинки, блин, вкусные приманки им. Всякие разные разноцветные. Смотри, как настоящая рыбка, блин. Ну бери, кусай, чё ты, падла. Нет, все, пацаны, пролет нафиг. Этот дождь прошел капитальный и смыл этот цвет. Это с тех этой яблонь черемух, который напомнил мне губ твоих. Холодное тепло. Ну нету рыбы. Ну бляха-муха, а, блин. Рыбы нету, блядь, совсем нету, елки-палки. Рыба кушать обязательно, а это, ну, разведка такая маленькая, боем, посмотреть валежник, как себя чувствует. Видишь, вот один красивый лежит, второй, и там под низом третий. Ну, потом вот седой пройдешь, тут где-то тоже валежничек лежит красивый. Видишь, вот этот ветерок его под самый корешок. Ну не знаю, хороший, нехороший, фиг его знает. Ну будем так это. Носом морщите. Некоторые брать может. Потом я где-то видел, такие стоят, знаете, верхушка отломана, ветер отломал. Ну то есть это отпилякаем, может и тоже заберем. А здесь единственная проблема — вывозить их очень-очень тяжело. Из-за этого, в принципе, перестали мы здесь медведей добывать. Я переваду передвинул на 500 метров. Потому что это, ну когда возьмешь, то потом вывозить запукаешься. Надо чуть не... Вон, видите, стоит это без макушки, допустим, да? Ага, ну и много таких. Ну, и приходится двумя квадриками потом вытаскивать лебедками, геморрой такой. Ужаснейший крутой подъем такой этой. И почва такая, что зацепиться не за что. Ну, по инерции это еще немного можно скачать, а потом... Ну, короче, это, если один раз в жизни такое делаешь, вот, смотрите, стоят без ракушек, без верхушек, видите? Дофигища их таких, ага. Горожанам так один раз выскочил, там это дурь сбить, так это набуксовался, натягался там то все. А когда это, блин, уже не хочется, уже хочется как благородный белый человек, смотри. Ну, просто взять и выехать. Ну куда, что, куда, через эти херовины, чуть-чуть, что ты тут сделал, что сделал? Смотри, Валерничек, здесь красиво. Ну, ой-ой-ой. Офигеть, ужас, блин. Да тут перевернешься нафиг, блин. Ёлки-палки. Как народ тут-то ездит, я не знаю. Только на лебедочке. Смотри, какие каменюки, какие дровенюки, блин. Поэтому отсюда валежник не очень сильно вывезешь. Смотри, все стоят без верхушек. Так что пусть они, наверное, тут и остаются, блин. Думал, лодку грешным делом вытащить эту, которая протекает под шаманить. А, нафиг осталось. Озеро на ладони. Вот где-то на сопках, блин, валежник цветет.
и сломанные верхушки вонзаются в небо. Смотри, сколько дров. Тундра не вытянет, наверное, да?